Привет, друзья! Еще один отрицательный, как бы сказать, момент связан с лодкой Realcraft 470. Это уникальное стекло. Форма уникальная форма стекла. Вот для того, чтобы здесь положить спиннинг и троллить. Это какой-то кошмар. Вот сейчас вот мы идем по реке Печора. Штиль, полный штиль. Ветра нет. Но так дует вот отсюда, вот полностью по животу, по рукам, по локтям, плечо. То есть хочется вот так спрятаться сюда, подальше. Зачем вы эту штуку сделали? Для того, чтобы вот ее изготовить, нужно как бы потрудиться. Но это ветром настолько продувает водителя и пассажира, что вот только из-за этого можно не купить лодку Realcraft 470. Ерунда. Это вот та вещь придуманная, да, которая не оправдала себя совершенно. Ты что, когда сделать? А? Ты что, когда прямо сделать? Конечно же. Надо было сделать вот так нормально, чтобы водитель мог спрятаться от ветра. Это при том, что ветра сейчас нет. Это вот мы сейчас идем, конец мая, и дубак просто невозможен. Все, до почек туда продувает. Мы начали движение, прошли только 7 километров, а нам еще идти вперед 33. Я не знаю, блин, я жалею, что я не одел какую-то очень-очень теплую, ветронепродуваемую штучку. Все, всем пока, увидимся на реке.